Еще несколько дней назад политики и экономисты не только Европы, но и всего мира с облегчением вздохнули. Новый план спасения греческой экономики найден, и все стороны достигли компромисса. Напомним, что речь шла о 50-процентном списании долга этой балканской страны и о выделении новых кредитов в размере около 100 миллиардов евро. Условием стало проведение болезненных сокращений и крайне непопулярных реформ. Без этого Греция, несмотря на все предыдущие усилия, не смогла бы платить по своим астрономическим долгам и вынуждена была бы объявить дефолт. Теперь же греческое правительство решило провести референдум, на котором народ должен поддержать предложенный план спасения экономики. Но есть большая вероятность, что население Греции откажется это сделать. Это означает, что вся финансовая система ЕС, еще толком не оправившись от прошлого кризиса, получит сильный удар. В Эстонии правящие партии уверены в том, что негативное развитие событий на нашей стране скажется меньше, так как в Северной Европе положение с экономикой более стабильное. Это же ясно, что какие-то проблемы будут и у нас, но я думаю, что эти проблемы не будут прямые, потому что в нашем части Европы самый низкий риск в Креции, в, в других странах, у, у кого есть очень большие долги. И я думаю, что эти проблемы поэтому не будут так большие. Особенность современной мировой экономики такова, что все страны, даже расположенные географически очень далеко друг от друга, прочно связаны между собой финансовыми нитями. И проблемы в одном государстве так или иначе ведут за собой и осложнения в странах-партнерах. Эксперты говорят о том, что возможный дефолт Греции и выход этой страны из еврозоны, хоть и является болезненным, но решением греческого долгового вопроса. Ведь практика показала, что выделение помощи лишь отодвигает во времени фактически банкротство этой страны, которая очень долго желали посредства. Если греки проголосуют на референдуме против принятия помощи от ЕС на тех условиях, которые предлагает Евросоюз, то это будет означать практически автоматический дефолт. Конечно, это принесет с собой очень болезненные последствия, но в данном случае я придерживаюсь той точки зрения, что лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Проблема состоит еще и в том, что кроме Греции, проблемы с выплатами по долгам есть еще у нескольких государств Евросоюза. Если применительно к таким относительно небольшим странам, как Португалия, возможен аналогичный вариант с дефолтом и выходом из зоны евро, то крах больших, даже по мировым меркам экономик Италии или Испании, будет иметь тяжелейшие последствия. По мнению экономистов, главное, чтобы проблемные страны как можно скорее начали жить по средствам, урезая расходы, сокращая многочисленные льготы, которые мало того, что опустошают казну, но и служат причиной раздражения налогоплательщиков стран-доноров. Очень сложно объяснить, к примеру, жителям Германии, почему нужно помогать странам, где госслужащие до сих пор получают не только 13-ю, но и 14-ю зарплату. А во многих правительственных учреждениях чиновники получают премии только за то, что вовремя приходят на работу. Трудно это понять и жителям нашей страны, которым при переходе на евро правительство сулило лишь радужные перспективы. Старательно обходя стороной вопрос необходимости участия в многомиллиардных программах помощи странам, где уровень, к примеру, пенсий в разы превышает отечественный. Максим Волков, Вячеслав Скалецкий, Первый Балтийский канал.